3 и Николай Соренсен. Дуэт из Дании. Что ж, очень достойное выступление датчан. На чемпионате Европы в Стокгольме они были в десятке. Заняли в итоге 9-е место. Это их лучший результат на чемпионатах Европы. Ну и, судя по всему, посмотрите, оценка за технические компоненты у них такая замечательная. Она, конечно, может меняться. Но пока, во всяком случае, 33 балла впечатляет. И надо сказать, что в прошлом году на своем первом чемпионате Европы они впервые выступали в таком составе. То есть пара создана была как раз накануне прошлого сезона. Их выступление на чемпионате мира в Японии успеха им не принесло. Они заняли лишь 29 место, то есть, естественно, не попали в произвольный танец. Но вот результат на чемпионате Европы, 9-е место, конечно, и результат, который они показали в коротком танце в Стокгольме, это неплохой результат, почти 62 балла. Их личный рекорд 61,69.
катаются они на льду. Что, в общем-то, арбитры оценили, очень хорошо оценили они хореографию. Самая высокая оценка, если брать компоненты, именно за хореографию. 7,18 балла. Ну, оценка за технику, конечно, впечатляет. Не так много они уступили вот именно в технической оценке Ильиных и Жиганшина. Правда, достаточно много проигрывают им во второй оценке за компоненты. Нашей пары было где-то больше 8 баллов. Средняя оценка за компоненты здесь где-то в районе 7. Так, 62,4 они на втором месте. Естественно, после неудачи в прошлом году на первом чемпионате мира, это в любом случае уже успех. Они в произвольный танец попадают. Без вариантов, что называется. Ну и вот так приветствует трибуна. Вот посмотрите, с утра, потому что короткий танец начался по местному времени в 9:30 утра. И уже к этому времени трибуны были практически заполнены.